Наездники – их невманиды, семейство перепончатокрылых, личинки которых ведут паразитический образ жизни. Наездники относятся к подотряду стебельчатобрюхих и отличаются стебельчатым брюшком, первый сегмент которого у основания более или менее сильно сужен и соединен с грудью подвижно. Это обеспечивает возможность подгибания конца брюшка к голове, что облегчает взрослым самкам наездника откладку яиц в тело живых насекомых хозяев. В настоящее время в мире описано более 30 тысяч видов. Однако предполагается, что в природе их не менее 100 тысяч. Распространены наездники всесветно. В фауне Европы выявлено около 5800 видов. Изучение фауны России очень далеко от завершения. В Самарской области к настоящему времени обнаружено более 230 видов. Самки наездников откладывают яйца на поверхность или внутрь тела хозяина. Во время откладки яиц самка принимает характерную позу, сидя верхом на жертве. Отсюда название семейства. Определенный вид наездников использует не только определенную группу хозяев, но и конкретную стадию их жизненного цикла. Если свои яйца наездник откладывает во взрослых насекомых, то он называется имагоедом. Если в личинок – личинкоедом. Если в яйца других насекомых – яйцеедом. К личинкоедам относится наездник-подстрекатель, который откладывает свои яйца в гусениц сосновой пяденицы, бабочки, монашенки. Взрослые наездники активны чаще днем, когда посещают цветущие растения для питания нектаром или пыльцой. Но многие летают ночью, привлекаясь к источникам света. Самки более подвижны. Они заняты обследованием различных субстратов в
поисках хозяев для откладки яиц. Перед спариванием они нуждаются в дополнительном питании, которое повышает их плодовитость. Продолжительность жизни имага составляет 1-2 месяца. Плодовитость самок от 20-30 до нескольких тысяч яиц. Наездники откладывают свои яйца на открыто живущих подвижных личинок хозяев, которых они временно парализуют. Яйцо или группа яиц помещаются на переднюю часть тела хозяина. Продолжительность развития яиц, которые в целом более мелкие у эндопаразитических видов, составляет от 2 до 5 дней. Период питания и роста личинки может продолжаться от нескольких дней у эктопаразитов до нескольких месяцев у эндопаразитов, часто имеющих диапаузу в развитии личинки младшего возраста. Наездник-подстрекатель достигает в длину около 2 см. В основном окрашен в черный цвет, но с ярко-оранжевыми ногами. Задняя пара ног лишь немного больше, чем другие пары. Яйцеклад самки довольно толстый и короткий. Талия между грудной клеткой и брюшной полостью также довольно короткая. Можно наблюдать лёт насекомого с апреля по октябрь. Имаго питается нектаром пижмы обыкновенной. Откладывает свои яйца в гусениц сосновой пяденицы и бабочки-монашенки. Большинство наездников – олигофаги, круг хозяев которых ограничен одним семейством, реже – несколькими близкими семействами. По обилию видов, широте и разнообразию пищевых связей их невманиды – одна из важнейших групп энтомофагов. В комплексе с другими группами энтомофагов они успешно сдерживают размножение многих массовых вредящих видов насекомых.